Министерстве здравоохранения сегодня прокомментировали ситуацию с туберкулином. Новгородцы обратили внимание на проблемы поставить детям пробу манту. Она необходима при зачислении, например, в детский сад. В медучреждениях действительно нет туберкулина. В Министерстве здравоохранения эту информацию подтверждают. Но речь идет о том количестве препарата, который нужен для проведения плановых и массовых скринингов. Срок годности старой партии туберкулина закончился еще 1 сентября. Но для отдельных случаев, как сообщили в Министерстве, препарат в области есть. Есть резерв в медицинских организациях не для массового скрининга, а именно в таких случаях, когда детям нужно поступать в детский сад или есть медицинские показания для именно сейчас проведения реакции манту. В Центральной городской клинической больнице в детских поликлиниках они получили 1500 доз сейчас вот для такой ситуации дополнительно. Напомним, этот дефицитный сейчас препарат используется для проведения пробы манту, процедуры, без которой ребенка не примут в детский сад. Но это требование для тех, кто впервые идет в дошкольное учреждение. Что касается других воспитанников, то, по словам Ирины Истоминой, администрации детских садов могут их принять по результатам пробы, сделанной в прошлом году. Организованными группами проверять на туберкулез начнут сразу после поступления препарата. Новая поставка ожидается в конце октября.